прямо капелюшечками мы добавляем кипяток. Интенсивно размешиваем. Потому что если нам много сразу кипятить, у нас идет. В принципе, для булочки нам хватит. Но этой помадки можно выбирать все, что хочешь. Единственное, что значит, когда она начнет у вас застывать, ее, ребятки, нельзя ставить на открытый огонь. Ее разогревают только на водяной бане. Что такое водяная баня, знаете все. Ну, поаккуратнее, у тебя очень мало попадает, видишь? То есть побольше надо, чтобы настроиться. Вы их близко не ставьте, они потом у вас простой поднимутся. На противень. У вас спичка большая. Не старайтесь близко их ставить. И сейчас только мы их складываем. Так, теперь берем резончик и непокрытые места мажем. Застывает, конечно, даже быстро застывает. Почему я говорю, что надо быстро делать? Там, где помазка, противень ставить нельзя, потому что я просто гореть буду.
Обалдеть. Орехи, говорю, жареные. Орехи жареные.